26 июля Дагестан отметил один из главных праздников региона – День Конституции Республики. Это событие является наиболее значимым для горожан, ведь Конституция закрепляет и развивает общепризнанные принципы демократического государства, подчеркивает твердость выбора дагестанского народа – жить и развиваться в единой семье народов многонациональной России. В связи с этим знаменательным днем в Касписке прошли праздничные гуляния. На территории городского парка имени Халилова расположилась тематическая художественная выставка, организованная воспитанниками детской художественной школы муниципалитета. Недалеко от фонтана на территории Русгидро также развернулась этноярмарка с участием жителей республики. У нас представлено несколько площадок, такие как волхарская керамика, табасаранские ковры, кожаные изделия, кизлярские ножи, сувенирная продукция, урбеч нашего дагестанского производства. В общем, все такое наше чисто дагестанское. Проходить ярмарка будет до 28 июля, где жители города смогут приобрести любимые сувениры и этноукрашения. Кроме того, для детей был организован небольшой мастер-класс по изготовлению андреевского флага. А после юным каспичанам нанесли татуировки аквагримом. Ближе к вечеру жители и гости Касписка активно начали собираться на главное событие этого дня – праздничный концерт военного оркестра краснознаменной Касписской флотилии, приуроченный ко Дню Конституции Республики Дагестан. Началось мероприятие с композиции «Экипаж «Моя семья»» в исполнении солиста Сергея Позникова. Чтобы мы могли с любой волной поспорить, моряки нужны и нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. Военный оркестр исполнил самые любимые патриотические композиции горожан, такие как «Россия», «Кавказ», «Валенки», «Старая бандита», «Плач скрипки», «Служить России» и многие другие. Особенно рады этому празднику были гости республики, которые случайно попали на празднование и были приятно удивлены. Мы приехали из Санкт-Петербурга и пришли на этот чудесный концерт. Просто атмосфера чудесная, очень все нравится, и добродушие местного населения очень нас поразило. Мы в Дагестане первый раз и будем всем советовать сюда приезжать и наслаждаться вашей красотой и вашим гостеприимством. В середине концерта начался летний дождь, но даже такие погодные изменения не повлияли на праздничное настроение горожан. Все присутствующие активно подпевали и даже танцевали. И живет юность вечная, что я оставила с тобой, и эта молодость беспечная связала нить одной судьбой. Приходит радость после грустных дней. В завершении мероприятия военный оркестр Касписской флотилии обратился ко всем присутствующим и поздравил с праздником. А также к словам музыкантов присоединились жители и гости республики. Мы оказались в городе Касписке. Поздравляем всех жителей Республики Дагестан и туристов, приехавших с Днем Конституции. Мы из города Архангельска. Нам очень нравится все. Спасибо большое. Поздравляю всех жителей Дагестана, в частности города Касписка, Махачкалы. Желаю, чтобы у нас всех все было хорошо. Поздравляем всех с праздником День Конституции. Желаем всем здоровья, благополучия и мира.